Там сердце бьется, рвется из груди. Пока есть свободная минутка перед работой, Анастасия Кожар использует ее, чтобы исполнить любимую песню. Вокалом она начала заниматься еще с детства в родном городе Смоленске. В 4 года поступила в театр эстрадной песни, а потом продолжила петь в школе. Сейчас она проходит службу в правовом подразделении окружного управления МВД. Но о своем увлечении не забывает. Принимала активное участие в культурной деятельности коллектива университета. Ездили на конкурсы различные, в том числе в город Санкт-Петербург. Там проходит постоянно ежегодно благотворительная акция МВД России «Милосердие белых ночей». Там выступали. Также являлась призером международных, региональных конкурсов по вокалу. Ну, сейчас, конечно, это больше как любительское хобби. Но главной детской мечтой девушки было стать сотрудником службы органов внутренних дел. Семья стала для нее примером, ведь отец и братья – военнослужащие. На данный момент в своем подразделении Анастасия занимается проверкой законности издания нормативно-правовых актов и осуществляет защиту интересов в различных судах. Мне было очень интересно, особенно вот всякие вот эти с оружием что-то связанное и так далее. И впоследствии я изначально вообще хотела в военный университет поступать, подавала документы, и уже впоследствии как-то так спонтанно приняла решение подать в Московский университет МВД, в ведомственный вуз, и закончила его, ну, конечно, не с красным дипломом, как хотелось бы, да, многим, но я считаю, что у меня достойный уровень образования я получила, и сейчас вот уже прохожу службу в органах. В окружном управлении МВД Анастасия работает уже 10 лет. Планирует и дальше нести службу, без которой не мыслит своей жизни. Ну а музыка по-прежнему останется любимым хобби для души. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».